Здравствуйте, с вами снова ваша неугомонная витаминка. И сегодня мы с вами будем сажать что-то совершенно необычное. У меня есть две такие вот палеантовые розы, вот, многоцветковые ангельские крылья и вечно цветущий мини-садовый аромат. Вот. Неприхотливый, зимостойкий и цветет в первый год. Также вот здесь вот написано, что простав проращивания. Здесь на этой упаковке не все так гладко. Вот. 18-20 градусов. Оптимальные для прорастания семян. Такие условия у меня как бы в квартире есть, под лампой. При посеве семян присыпать. Это значит, что им нужно затенение. Так, всходы появятся 20-30 дней и начинает цвести уже через 10-11 недель. Вот, неприхотливо, хорошо цветет. На рыхлых, плодородных. Да что ж такое, что у меня сегодня язык заплетается. При выращивании рассады для получения хорошего результата по вхожести и росту рассады применяйте торфяные таблетки. Ну, вот они у нас торфяные. И давайте почитаем, что здесь у нас как бы написано. Так что... Теплосветолюбие, вот это ты, проращивание 15-20 раз у нас есть такая, 7-15 дней всходит. Посевы мульчируют торфом или перегноем. Через 6-8 недель, когда растение достигнет высоты 10-12 сантиметров, его можно высаживать на постоянное место, на улицу или в контейнер. Ну, как заманчиво. Так, ну прям очень интересно, и знаете, давайте не будем долго ждать, у меня прям руки чешутся, давайте быстрее сажать. Торфяные таблетки у меня уже заготовлены, то есть почти что в каждом видео я показываю, добавляю 1 капля энергена, можно корневин. HB101, агат по капле на литр воды как бы, и горячей водой, не кипятком, но горячей заливаем торфяные таблетки, они набухают, потом их просто разрезаем на две половинки для экономии, и вот у нас сколько их много. И теперь мы прямо сюда будем все сажать. Так, у нас здесь 0,3 грамма. Семена достаточно крупные. Высыпалось 3 семечка. Значит, 3 семечка сажать и будем. Так. А вот оно у нас раз пошло. Два семечка пошло. И 3 семечка пошло. Я сейчас подпишу, где какая, посажу второй. Второй сорт. Господи, какая красота. Вот. И я их прикрою сверху. Присыплю либо сухим песочком, либо сухим торфом. Пакетик мы прячем. Там еще остались семена, они нам понадобятся. И теперь подписать традиционно наше любимое зубочисто, скотч. Вот так вот. Черный маркер, это будет у нас роза 1. И на пакетике подпишем роза. Один. Ну и воткнули. Вот, а теперь давайте смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас всего 5 штучек семян. Ну, вот как раз 3 сюда. Вот сюда вот 3 посадим. Такой же пакетик. Вот они, наши 3 семечки. Раз семечка. 2 семечка, 3 семечка. Чуть-чуть заглубим в землю. Вот так вот. Подпишем. Это у нас R2. Роза номер 3. И здесь у нас R2. Ну и теперь возьмем сухой грунт и, как там написано, аккуратненько присыпем. Красотища. Все, есть контакт. Теперь с вами нам остается только ждать всходов.